Здарова, друзья, с вами Локи, и это информативное видео, в котором я вам расскажу о том, что я создал второй канал. Вы спросите, зачем второй канал и что будет со старым каналом. Я вам скажу, что со старым каналом ничего не будет, он будет также работать в том же режиме, что и сейчас, по два видео в день. Это будут и FIFA, и различные остальные игры, там The Crew и тому подобное. А на втором канале будет только FIFA, будет Ultimate Team, OneUp, Покопенинги, дополнительные, так скажем. Также здесь будет, может быть, и баскетбол, хоккей, любые спортивные игры. Зачем я его создал? На основном канале часто выходит по 2, по 3, а то и по 3 видео в день. И бывает, что часто чешутся руки, и в голове очень много проектов и мыслей, которые хочется реализовать, но выкладывать больше я просто не могу, потому что это не будет успеваться просматриваться людьми, и порой бывает даже 3 видео в день, это для канала очень много. Поэтому я решил создать второй канал, который будет посвящен спорту, спортивной тематике, и тут будут выходить проекты другие, чтобы не было одинаковых видео, чтобы люди могли посмотреть что-то там и что-то здесь. Будут дополнительные проекты по FIFA. Начну я с двух пока что проектов, это будет карьера за игрока с 10, которую меня очень много просило народу снимать, и будет 2UP. 2UP за двух футболистов, за кого я пока вам не скажу. Собственно, вот он, канал, ссылочка будет под видео, так что все любители спорта и FIFA, присоединяйтесь и на второй канал. Здесь будет именно вот спортивная тематика. Также у этого канала появился паблик, посвященный тоже, собственно, только спортивной тематике, в которой я набираю одного или двух модераторов. Будет в обсуждениях темы создана, куда вы сможете свои заявочки отсылать. Собственно, там будут какие-то небольшие критерии по поводу этого, но в основном разбираться в футболе, конечно, и быть лояльным по отношению к футболистам, к другим клубам, то есть, так скажем, справедливость, чтобы была в группе, и чтобы вы, там, например, не были каким-то яростным фанатом ЦСКА, например, и постили больше новостей про ЦСКА, а именно вот, чтобы это все было в меру, и все это было, так скажем, уместно. Так что, друзья, вступайте в паблик, оставляйте свои анкеты, если есть желание стать модератором, и подписывайтесь на второй канал, на котором уже в ближайшее время выйдет, как я уже говорил, карьера за игрока и 2UP. Ну и, собственно, основной канал, он как был, так и есть, на нем все будет также продолжаться. Так что, друзья, спасибо, что прослушали, с вами был Локи, увидимся, пока-пока.